29 сентября 1957 года. Авария на реакторе химкомбината «Маяк» близ Челябинска. Произошел самопроизвольный ядерный разгон отходов топлива с сильным выбросом радиоактивности. Радиацией заражена обширная территория. Загрязненную зону огородили колючей проволокой, окольцевали дренажным каналом, население эвакуировали, грунт срыли, скот уничтожили и все обваловали в курганы. 7 мая 1966 год. Разгон на мгновенных нейтронах на АЭС с кипящим ядерным реактором в городе Мелекесе. Облучились дозиметрист и начальник смены АЭС. Реактор погасили, сбросив в него два мешка борной кислоты. 1964-79 годы. На протяжении 15 лет неоднократное разрушение пережог топливных сборок активной зоны на первом блоке Белоярской АЭС. Ремонты активной зоны сопровождались переоблучением эксплуатационного персонала. 7 января 1974 года. Взрыв железобетонного газгольдера, выдержки радиоактивных газов на первом блоке Ленинградской АЭС. Жертв не было. 6 февраля 1974 года. Разрыв промежуточного контура на первом блоке Ленинградской АЭС в результате вскипания воды с последующими гидроударами. Погибли трое. Высокоактивные воды из пульпа фильтр порошка были сброшены во внешнюю среду. Октябрь 1975 года. На первом блоке Ленинградской АЭС частичное разрушение активной зоны. Реактор был остановлен и через сутки продут аварийным расходом азота в атмосферу через вентиляционную трубу. Во внешнюю среду было выброшено около 1,5 миллиона кюри высокоактивных радионуклидов. 1977 год. Расплавление половины топливных сборок активной зоны во втором блоке Белоярской АЭС. Ремонт с переоблучением персонала АЭС длился около года. 31 декабря 1978 года. Сгорел второй блок Белоярской АЭС. Пожар возник от падения плиты перекрытия машинного зала на маслобак турбины. Выгорел весь контрольный кабель. Реактор оказался без контроля. При организации подачи аварийной охлаждающей воды в реакторе переоблучилось 8 человек. Сентябрь 1982 года. Разрушение центральной топливной сборки на первом блоке Чернобыльской АЭС из-за ошибочных действий эксплуатационного персонала. Выброс радиоактивности на промзону и город Припять, а также переоблучение ремонтного персонала во время ликвидации «Малого козла». Октябрь 1982 года. Взрыв генератора на первом блоке Армянской АЭС. Машинный зал сгорел. Большая часть оперативного персонала в панике покинула станцию, оставив реактор без надзора. Прибывшая самолетом с Кольской АЭС оперативная группа помогла оставшимся на месте операторам спасти реактор. 27 мая 1985 года. Авария на первом блоке Балаковской АЭС при проведении пусконаладочных работ вырвала предохранительный клапан, и 300-градусный пар стал поступать в помещение, где работали люди. Погибло 14 человек. Авария произошла в результате необычной спешки и нервозности из-за ошибочных действий малоопытного оперативного персонала. Все аварии на АЭС в СССР остались вне гласности, за исключением аварий на первых блоках Армянской и Чернобыльской АЭС в 1982 году, о которых вскользь было упомянуто в «Передовой правде» уже после избрания генеральным секретарем ЦК КПСС Андропова. Кроме того, косвенное упоминание об аварии на первом блоке Ленинградской АЭС имело место в марте 1976 года на партактиве Минэнерго СССР, где выступил председатель Совета министров СССР Косыгин. Он в частности сказал тогда, что правительство Швеции и Финляндии сделали правительству СССР запрос относительно повышения радиоактивности над их странами. 26 апреля 1986 года. Авария на Чернобыльской АЭС Украина-СССР. В результате взрыва 4-го реактора в атмосферу было выброшено несколько миллионов кубических метров радиоактивных газов. Другие опасные вещества продолжали покидать реактор в результате пожара, лившегося почти 2 недели. Люди в Чернобыле подверглись облучению в 90 раз большему, чем при падении бомбы на Хиросиму. В результате аварии произошло радиоактивное заражение в радиусе 30 километров. Загрязнена территория площадью 160 тысяч квадратных километров. Пострадали северная часть Украины, вся Беларусь и запад России. Радиационному загрязнению подверглись
19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,5 миллиона человек.